Добрый субботний вечер и небольшой такой отчет за сегодня. Значит, мы положили, это наша спальня, мы положили в нашей спальне ламинат. Где-то, может быть, он не везде ровно лег, но я думаю, топчется, еще и полы были на самом деле не такие вот, может быть, совсем ровные, поэтому так получилось. Но я хочу сказать, совершенно другой вид с ламинатом, даже акустика какая-то стала другая. Мы повесили жалюзи в нашу спальню. Вот. Они регулируются. Вот. Можно сделать вот так. Это вот я открываю. Ну, соответственно, как все жалюзи, они работают. За веревочки дергаются. Все открывается. Вот такие вот у нас дела продвигаются, продвигаются. Наша спальня готова к приему мебели. Кстати, мебель везут. Привезут сегодня, сборка завтра. Но матрас привезут сегодня тоже, поэтому спать, скорее всего, мы будем уже на своем матрасе. Так, идемте вниз. Внизу особых изменений нет, особых. Кроме того, как мы сделали вешалочку. Это у нас теперь будет прихожая, зона прихожей. Здесь ключики, всякие мелкие пакетики, сумочки. Здесь вещи. Куртки там, что-то такое. Вот. Далее сюда. Сюда планируется обувная полка. Вот сейчас пока тут бардак опять. Я успеваю, Игорёшенька делает, а я потом пытаюсь все расставить на свои места. Но как, по-другому никак. Вот. Ну и на кухне. Кстати, окно тоже помыла на кухне. И мы повесили здесь жалюзи. Сейчас включу свет. И в спальне помыла окно. Вот, и повесили жалюзи. Тоже такая же абсолютно жалюзишка. Вот. И приготовили, так как привезут мебель, будут собирать, шкаф. То есть выложили здесь ламинат, здесь у нас будет стоять шкаф. Вот. Я думаю, что вот кажется, да, день прошел, так мало опять сделали. Но на самом деле нет. Ну, для себя делаем, поэтому с толком, с расстановкой, не торопясь. И потом тут нам немножко хочется же, как я говорила, и подышать свежим воздухом. Да, Игорёш? Да. Да, вот. Поэтому потихоньку радует то, что не только на выходные. То есть неделя впереди, я думаю, что мы все наши хвосты подгоним. Вот. Вот такой вот на сегодняшний вечер отчет. Окошки меня так радуют. Такие чистенькие стали. Ну, трудно было, конечно, от этой желтизны их оттирать. Конечно, они и зиму простояли уже вот поллета, весну поллета. Потому что надо было сразу, как только покрасили дом, надо было сразу мыть. А почему так замызгались? Потому что с краскопульта. Ну все, я white spirit'ом все отмыла, аж вон скрипят, новыми такими не были. Поэтому моя душенька довольна, моя душенька радуется. В общем, все хорошо. А, наверное, на сегодня все. Теперь до завтра. А, покажу уже, я надеюсь, там как получится. Наконец-то нашу полностью сделанную спальню. Ну, относительно полностью. Понятно, что там еще будет декор, теры, пыры, картинки, фотографии, там всякие вот то, что вот мы, девочки, очень любим. Поэтому на сегодня все. Берегите себя и своих близких. Я уже как Малахов говорю. Хорошего субботнего вечера. Пока! Всем доброго воскресного дня. Сегодня воскресенье, 15 июля. И мы продолжаем наш отпуск на даче. Сегодня ничего такого существенного не произошло, кроме того, как я помыла еще одно окно на втором этаже в Алининой комнате, и Игорёша частично сделал демонтаж забора. Ну как демонтаж? Убрал вот этот вот хмель, заросшую сторону. Сейчас ждем сборщика мебели. Будут собирать нам шкаф, кровать и комод. И одновременно ждем заборщиков, должны приехать вот устанавливать забор. А так, в общем-то, ничего такого суперсущественного не произошло сегодня.
Вот, ну ничего, сегодня только полноценный наш второй день на даче. Я думаю, что все-таки запланированное мы успеем сделать. Вот переставила машину тоже сюда, потому что будут ставить забор, не знаю уж как там чего. Вот ждем с минуты на минуту, должны приехать мебель собрать. Вот, спали сегодня на новом матрасе. Я хочу сказать, что мне кажется, даже не нужен каркас кровати, потому что он настолько удобный, он такой высокий, очень такой жесткий. Для моей спиночки самое то. Большой, огромный, то есть настолько было комфортно спать сегодня. Вот, поэтому я, кстати, и проснулась поздно сегодня, как никогда, в 10:30. Вообще просто высыпаюсь здесь, дышу свежим воздухом, видно, это как-то влияет на мой организм. Высыпаюсь. Так, ну, Горюшка вон там отдыхает. Сейчас скоро его буду уже будить. Вот. Ну, и я надеюсь, вечерочком включусь, покажу, что собрали, что сделали. Может быть, и забор уже будет стоять. Честно говоря, уже боюсь загадывать, как будет. Вот. Всем удачи, хорошего настроения. Увидимся. Пока-пока. Ну, заборщики нас сегодня бортанули опять, что-то они там не успевают, в пробках стоят. В общем, не знаю, если они завтра не приедут, откажемся опять и от этой конторы. Не успела похвалить, уже опять 25. Ну, у нас тут надвигается гроза, гремит гром, поднялся ветер. Погода портится. Где-то портится, где-то вон просветление. Не видно здесь, наверное, вам. Нам приехали собирать мебель. Вот уже собрали шкаф, потом вам покажу. Сейчас собирают кровать и комод. Вот такой вот сегодня день, такое воскресенье. Парила, 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 парила целый день. А сейчас так хорошо, прохладненько, ветерок дует. Ну, пусть пройдет дождячок. Целый день нам дал дела поделать. Такие дела. Вика с Никиткой собираются на низком старте, собираются уезжать. А мы, ура, 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 еще недельку будем здесь. Игорешка! Скажи, дачники, удачники, всем привет! Да. И всем зрителям моего канала. Ой, какая тут у Вики красота. Я вам сейчас покажу, что Вика посадила, такое красивое, что мне тоже захотелось. Ну, привет, Никит, привет. Что мне тоже захотелось посадить. Как называется этот цветок? Ой, Ну что на меня от красивошный. ветра? Что делать-то? Да, его надо как-то, мне кажется, укрепить. Сейчас еще я возьму. Красивый, мне тоже захотелось, но у нас все посадки, насадки будут на следующий год. У меня Какая-то тут вообще какая зеленая. красота. Цветочки, ой, да, любуюсь. А мне очень нравится вот этот декор. Просто фиолетовый цвет. Очень я люблю, и тут как-то все, вот я уже показывала, очень здорово. Да, Никитка? Да, сейчас покажу вам такую красоту. О, красота. Ну, ладненько, ладненько. Покажу вам потом, что там нам насобирали. Еще увидимся. Собрали нам мебель. Вот такая получилась кровать замечательная. Мне очень нравится, что здесь отделочка белого цвета идет, так как у нас темные стены. И вот эта отделочка белого цвета, просто она так освежает. Еще сверху мы будем застилать кровать пледом, таким пушистеньким, красивым. Я очень довольна, очень. Замечательная кровать. Я вот не пойму, там шкаф есть или нет. Наверное, нет. Без шкафа он. И вот такой комод. Тоже с беленькой отделочкой комод. Кровать и комод – это то, что будет стоять в нашей спальне. Я еще его, наверное, отодвину от стены ближе под лампу, потому что здесь планируется зеркало вот над лампой висеть вот здесь. Вот. И комод, наверное, подвину немножечко в эту сторону. Вот. Значит, что входило в набор спальни? Матрас, кровать, каркас кровати, комод и шкаф, а также сборка и доставка. И все это обошлось в 28 тысяч, как я уже говорила.
Вот. Но шкаф у нас будет стоять на первом этаже. Я вам сейчас его покажу. Просто, ну, я считаю, что вот что еще нужно для спальни? Шикарненько. Какую-нибудь еще картиночку, вот эту картинку снимем, конечно же, потом. Друзья подарили, здорово повисело, но я думаю, что здесь какие-нибудь фотографии, может быть, тарелочки такие вот какие-нибудь, ну, в общем, дизайном займусь позже. Вот, жалюзи уже висят здесь. То есть, что еще нужно для спальни? Кровать замечательная, удобная, комодик, куда положить там необходимые вещи, может быть, какую-то косметику и т.д. и т.п. Вот, а шкаф, ну, он настолько огромный, шкаф 1,60 м, у меня там все вещи уместятся. Поэтому мы его поставим, точнее, уже поставили на первый этаж в гостиную. Сейчас я вам его покажу. Спускаюсь. Что-то совсем плохой звук. Я не знаю, почему. Я уже просто сейчас кричу, чтобы было вам слышно. Так, вот какой шкаф получился. Тоже белая отделочка, просто меня радует. Замечательно. Это я, привет. Привет, привет, привет. Так, смотрите, шкафчик. Открываем дверочку одну, другую. Это платяной отдел. С полкой вот такой. Темно, здесь еще света у нас нет. Надо вот люстрочку повесить. Вот. Закрываем этот платяной отдел. Он достаточно большой. Вообще для дачи вообще шикарный шкаф. А здесь шкаф с полочками. Полочки тоже большие, смотрите. Сколько их тут много. Вот. Он высокий. Наверху есть еще место. Можно туда какие-то коробки там или что-то еще положить. Но я хочу этого избежать. Ну, это уже будет, наверное, а-ля бабушка. Нет. А-ля деревня. Поэтому вот такой замечательный шкаф. Он уже стоит на своем месте. Игорешке осталось только добить плинтус там. Вот. Я довольна, я очень довольна, очень мне понравилось. И вот мы заказывали ее, эту мебель, в Столплит, и приехал человек от этой фирмы, очень быстро справился с этой задачей. Вот, поэтому сейчас я его протру, помою. Вот, но вещи, наверное, пока раскладывать не буду, потому как вот еще его двигать, плинтус прибивать. А в спальне уже сейчас наведу полный порядок и покажу вам завтра, как там я чего сделала. Когда красоту наведу. Ну, ладно. Будем сейчас потихонечку собираться к ужину, собирать стол. Игорюшка будет разжигать мангал. До встречи. Пока-пока.